Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы поговорим о трехзвездочных персонажах, о ЛДшках, то есть часто задаются вопросы в группах и у меня на стриме. Сегодня мы поговорим о всех тройках, наверное, выберем, не знаю, от фонаря свет, тьма, давайте свет, о светлых персонажах, да, нужны они, не нужны, где их использовать и вообще, что оставлять, что не оставлять. Изначально скажу так, что если это трехзвездочный персонаж, которого не добыть в СДшке, то есть Secret Dungeon, да, в воскресенье, то есть, ну, в день света тьмы, точнее света, то есть я советую вам их оставлять. Неважно, плохие они, неплохие, я лишь сейчас сделаю свой некий вывод о этих персонажах, стоит ли вообще их использовать, то есть и юзает ли их хоть где-то, да как-то кто-то. Да, итак, переходим к светлым персонажам. Поехали. Топовая руна, естественно, я ее продам. Поехали. Эльф. Трехзвездочный эльф. Юзается она где-то или нет. Я буду нажимать на ее awake версию и не awake. То есть она используется иногда под Катарину, если у вас нет Хлои, либо Гора воды. И часто используется на 93 этаже и на некоторых других этажах, где нужно защититься от темных персонажей. А во что одевается? Одевается по-разному. То есть когда человек ее использует, он прекрасно понимает, во что ее одеть. Либо Свифт, либо Виолент, там уже решать вам. Да, едем дальше. То есть это не корм, то есть на складе ее держать, ну, ваше дело. Фурия, один из лучших бустеров в этой игре, она же Калиса, Кобыла, раньше ее звали, по-разному ее называют, я ее называю до сих пор Кобылой. То есть она используется в средних, в среднем классе игроков, скажем так, либо в лейте, то есть когда у вас есть быстрый свифт на нее, то есть отчасти не то чтобы замена Бернарда, просто у нее немного другая роль, обезопасить вашу команду от шанса, от крит урона вашего врага, плюс она тоже ускоряет, тем более у нее одна из самых лучших баз по скорости в этой игре. Да, то есть это очень быстрый бустер, 120 скорости изначально, то есть ей сделать там суммарно 300 скорости не так тяжело в лейте, то есть у меня она тоже есть, у нее плюс 180 скорости, естественно, она обгоняет многих. Она заливает атакбар, используется в основном в PvP, в PvE она просто не нужна. Итак, едем дальше. Медведь. Однозначный, ну не сказать корм, еще раз я же говорю, да, я просто не помню, какие монстры добываются в СДшке, какие нет. Могу сказать коротко, склад, пока бесполезный персонаж. Едем дальше, элементаль. Его немного апнули на 5% в одном из последних патчей, но юзабельный он не стал. Он исполняет роль что-то типа Дариона, но только против стихийных вот персонажей. Да, это печально, то есть если бы он работал и против света тьмы, его бы, конечно, использовали бы типа наподобие Дариона, возможно, но не факт, то есть пока склад не более. Едем дальше, Гаруда. Вот эта птичка используется как у новичков, так на средней стадии, так и в лейте. Используется часто со всякими люшенами через быструю пачку, особенно если у вас есть лидерка на свет, допустим, от кого там есть, от ниндзи света есть лидерка светлая, поэтому Гаруда очень хорошо закатывает. То есть офигенная пачка, которую я часто вижу, это Гаруда света, это кобыла, которую я только что обсуждал, это люшен и вот этот вот светлый ниндзя, которого я тоже называл ранее. То есть это очень хорошая пачка для медленного дамажного люшена, его заливает вот эта Гаруда вторым скиллом, и следовательно вы кого-то там шотаете, всю команду. То есть птичку не скармливаете, хороший персонаж. Едем дальше. Инугами. Ну, Инугами здесь говорить не о чем, это один из самых популярных, самых полезных персонажей, бюджетных персонажей в игре, и делает этого Инугами, ну, я думаю, каждый новичок. Единственное, кто, наверное, Инугами не делает, те, у кого есть Архангел воды и что-то подобное. Но опять же, Архангел воды не является полной заменой Инугами, просто все-таки у Инугами есть еще и раскол. Это немаловажный фактор для этого персонажа. То есть решать вам, но это один из самых популярных персонажей в игре. Так что да, однозначно качать. Так что, вот, Пифон света. Некоторыми извращенцами, правильное слово я подобрал, используется на Гидре 4-5, но не более. Где-то там в PvP он бесполезен, да, он настакивает там 200% защиты, атаки, бла-бла, это все фигня. Да,
То есть фигня абсолютная. То есть на склад пока не более. То есть мало где применим и нет смысла отдавать этому персонажу хорошие руны. А в плохих рунах не особо себя хорошо проявит. Идем дальше. Голем. Голема я использую на ГВ, иногда на арене онлайн против каких-то там пачек. Но в основном на ГВ я использую против Сиары. Так, чисто для развлечения. То есть персонаж, который может выдержать много урона. Тем более его пассивка ему же и помогает этому голему. Хотя для меня это Светка Соколова. Почему-то я называю ее она. Это мое дело. Вот, то есть пассивка дает возможность выжить. Плюс большой показатель брони. То есть где-то она у меня атака... Ой, защита, кридамага, защита. И неплохо себя чувствует. Агрид. Станет с первого скилла. То есть интересный персонаж для ГВ, но не более. Идем дальше. Грифон. Кто-то использует против вот этих вот персонажей, как они, против рэгдоллов на 93 этаже. Но я скажу, проще использовать вот ту вот Нил, которую я самую первую рассмотрел. То есть этот Саман вроде бы 50% защиты от тьмы, но он все равно очень быстро уедет в небытие. Ребят, качать его ради одного этажа я бы не советовал. Вот абсолютно. Вот эти 50% вас не особо защитят. Он все равно будет ловить очень большой дамаг. Да, то есть каким бы вы его ни сделали, даже скорость хп-хп, либо скорость защиты хп там, или еще как-то извращайтесь как хотите, он все равно очень быстро скопытится, это я вам гарантирую. Так что не стоит он того, и да, дамагу без 100% шанса крита и желательно еще и силы атаки ему подобрать со второго скилла он тоже вносить большой не будет. Так что не советую качать, склад не более. Инферно. Интересен только тем, что снимает абсолютно все бафы с одного персонажа. Если бы, конечно, это был бы массовый баф, то он бы юзался бы часто. А так пока бесполезен склад. Едем дальше. Высший элементаль юзается у многих, особенно в лейте. То есть это интересный персонаж для ГВ и иногда для арены. Так как база не самая большая, если сравнивать с его же собратом, то есть Калли, да, даже начальная база 475-392, то есть дамага со второго скилла будет на порядок меньше. Но здесь прикол не во втором скилле, а именно в третьем. И база хп у этого персонажа намного больше, чем у Калли. То есть, допустим, у Калли 7500 хп на 40 левеле, а здесь более 10 тысяч. То есть вот в чем разница. Ну и это саппорт, а это ДД как бы. Вот это тоже как бы большущая разница. Этот персонаж используется для клинса, восстановления, баланса, плюс ваншота каких-то там панд. Да любых персонажей, у которых много брони, но хп при этом не особо... Да, много. Вот, соответственно, этот персонаж хорошо зайдет шотать каких-то панд, архангелов. Огня, ну ветра, воды вы вряд ли шутните этим персонажем, дамаги не хватит. То есть однозначно юзается в лейте, хороший персонаж. Так, идем дальше. Гарпия никем не используется, на данный момент бесполезна. То есть на склад до лучших времен, на некроманте ее тоже никто не юзает, уверяю вас. Дальше, Биорн. Ну, от пережитки прошлого, скажем так, он у меня есть шестизвездочный, но уже не та мета, старый, скажем так, персонаж, уже он не имеет смысла в раскачке, так как появился пингвин ветра, который в миллион раз, как единица одна, включающаяся кучу полезных бафов и дебафов, будет юзабельнее и полезнее, чем этот Ахман. Это факт, то есть Ахман пережиток прошлого, не более, то есть вы смело можете даже скормить, так как это SD-шный моб, нет смысла с ним париться. Оборотень. Интересный персонаж для ГВ, является ваншотером, особенно в раскол. То есть у меня выдает от 8 до 11 тысяч с каждого удара с третьего скилла. То есть около 35-45 тысяч дамаги он вносит. Но опять же с ультра офигенными рунами. То есть у меня там суммарно под 45 тысяч хп, 220 крит урона и под 90 шанса крита. Естественно, с такими рунами многие персонажи могут выдавать. Но никому... дать эти руны, потому что одет он хп, крит, дамага, хп. Да, собственно, персонаж для ГВ в основном. Амазонка. На Амазонку я буквально недавно делал на стриме гайд, и буквально прошлое мое видео было посвящено в конце Амазонки Света, что она умеет делать на гиганте, на драконе, то есть посмотрите предыдущее видео. Персонаж используется что на средней стадии игры, что в лейте. То есть используется для ускорения в основном гиганта, дракона и в некоторых случаях на хард башне плюс на нормале, чтобы ваншотнуть там фактически босса. Очень хороший персонаж, ее апнули, все семейство немного апнули, но вот светлая стала просто имбушечкой имбой. Ну естественно в ПВЕ, в ПВП она не используется. Едем дальше. То есть кошка, ну, все кошки на данный момент либо гекс, либо бесполезны, поэтому она, ну, то же самое. То есть на склад до лучших времен обсуждать ее нет смысла.
Так, дальше бродяга используется на гидре, очень редко в PvP всякими, опять же, извращенцами. То есть это персонаж для гидры, на гиганта он бесполезен, так как есть получше персонажа, нет смысла для гиганта качать вот этого бродягу. При любом раскладе его можно скормить, если он вам не нужен, абсолютно Диас его заменяет на гидре. Если он вам не нужен, можете скормить, опять же, есть SD-шка на него. Охотник света юзается очень редко на ГВ, более нигде не используется. Так сам по себе персонаж на арене бесполезен будет. Так что если хотите юзать его на ГВ, интересен третьим скиллом, то есть откатом вот этим вот, можете поюзать его на ГВ. Так, следующий персонаж, беспобедитель. Беса победителя вы можете заюзать да нигде, кроме склада, то есть он по факту бесполезен. Да, тоже не особо хороший персонаж сейчас. Есть его собрат обычный там бес, да, вот этот двухзвездочный. Вот он интересен тем, что он с третьего скилла может ваншотать. Этот ничем, то есть склад не более. Ведьма света, то же самое на склад. Некоторые даже ее скармливают в воде, но я не советую ЛДшных мобов, которые не падают со СДшек, да, и их тяжело добыть, скармливают. То есть на склад до лучших времен. Так, ангел смерти. Один из лучших фармеров в игре для начала, если у нас он у вас выпал, хорошо ваншотит все и вся. Поэтому советую качать, если он у вас выпал прямо вот в самом начале игры. Вы можете раскачать и использовать как фармером. Плюс поначалу в PvP как стан, да раскол тоже неплохо зайдет. То есть однозначно можно качать. Живая броня света используется иногда на гидре, а так не особо полезен персонаж. То есть я бы его не раскачивал. Склад не более. Лучница света. Юзается для небольшого контроля, да, вот плюс вот этого раскола, но не скажу, вот я не вижу ни одного человека, который вот именно часто бы ее юзал на арене или ГВ, вот вообще, ой, извините, я попутал Фами вместе с этой, где она там, она четырехзвездочная, я извиняюсь, да-да-да-да-да, там будет четырехзвездочная лучница, это Фами, она если есть, то у китайцев, там на китайских серверах, она давалась там по каким-то акциям, пакам и все такое, то есть вот этой вот подруги у вас, ну, скорее всего, никогда не будет, так что забейте. Да, но уникальная лидерка радует, хотя, опять же, бесполезно. Едем дальше, пьяный мастер света, юзается на некроманте и используется на гидре. То есть интересный персонаж, как замена какой-то белки, плюс мультиатака, у него еще также идет отхил от ХП. Вот, закидывает крест. Это интересный персонаж для гидры и для некроманта. То есть, можете о нем задуматься и раскачать. Так, дальше. Минотавр. Пока бесполезен склад. Ящерица используется на ГВ в интересных танка-дефов. Особенно, если у вас есть какой-то баф на защиту. Что-то типа Рендика, там, Оливии, еще кого-то. То есть, персонаж наносит дамагу от защиты. И у него интересная пассивка, которая увеличивает ему как шанс крита, так и крит урон. То есть вы можете от защиты неплохие дамаги лепить, при этом держать урон. Да, как-то так. Можно ему одеть вообще три комплекта контратаки. Защита, крит дамага, защита, либо скорость, защита, защита. И будет интересен на ГВ. Но юзается очень редко. Так, зверолов. Пока на данный момент не особо чем-то полезен. Я бы его не юзал. Склад не более. Пингвин. Пингвин цвета используется некоторыми персонажами на гидре, но, как многие говорят, у него очень глупый искусственный интеллект, поэтому юзает он свой третий скилл, когда надо и когда не надо, чисто просто по КД, иногда вообще его не юзает, то есть такое себе. Лучше использовать ту же Канамию, Лизу, либо Делфой, более профитных клинсеров, более бюджетных, либо более топовых. Поэтому пингвин вот этот цвета на гидре, не знаю, мне не нравится. Очень редко вижу людей, которые используют там этого пингвина, а на гидре я... Сижу очень много, поэтому знаю, о чем говорю. Едем дальше. Мамонт света. Используется только на водяном данже, потому что там много хп, и при этом качать этого моба на 6 звезд, чтобы использовать на водяном данже, серьезно? Ну, есть извращенцы, которым делать нечего. Для меня это бесполезный шлаг, на склад не более. Так, Фран, которая давалась, по-моему, за 50 друзей, если она у вас есть до сих пор, вы ее можете использовать под каких-то бомберов. Я знаю, что есть некоторые топы, которые играют на глобале, на Азии, и используют ее именно под бомберов за счет того, что она может еще из первого скилла законтролить. Тот же баф на атаку, еще, вот, плюс подхиливает, вот, со второго скилла может подхилить, так еще и застанить кого-то. И лидерка, ну, лидерка такой себе, понимаете, 10% это мало, но интересный по-своему уникальный персонаж, который есть далеко не у всех, у меня она была, не помню, что я сделал, по-моему, скормил, вот. Если есть, на склад не скармливайте, конечно. Ковбой света, недавно введенный персонаж, интересно этот персонаж будет как на драконе, некоторыми используется на некроманте, я использую, на гидре, видел уже некоторые используют, на темном питоне некоторые используют и вроде бы
Ну, не знаю, некоторые еще используют на боссе, на нормале и на харде против босса вот этого мужика. Как его там, Астарос зовут. Чем она хороша против него? У нее 3 полезных свойства, даже 4 против этого босса-мужика. То есть она заменяет, ну, плохое слово, заменяет, она исполняет роль хвы на этом боссе. Она кидает замедление на 2 хода, она кидает крест, который опять же нужен против этого босса, она сливает атакбар, плюс она кидает раскол. То есть 4 в одном, то есть она исполняет все эти роли суммарно лучше, чем одна хва. Суммарно. И при этом ей бюджетно можно расточить скиллы той же SD-шкой. Так что качать не качать, дело ваше, я лишь высказал свое мнение. Акула. Бесполезный шлак. Да, как я всегда говорю, не проглатывает как темная, поэтому бестолковая. То есть склад не более. Так, наставник. То же самое, склад не более, ничем не интересный персонаж. Мумия. Некоторыми извращенцами качается, как по мне, бесполезный персонаж, который себя все равно не проявит. Так что склад не более. Франкенштейн Света. Спорный вариант, я лишь выскажу опять же свое мнение, свое имхо. Этот персонаж заиграет, когда введут персонажа, баффера, дебаффера, называйте как хотите, в игру наподобие пирата. Что этому персонажу нужно, чтобы он с третьего скилла просто ломал лица? Чем же хорош этот будет персонаж? Тем, что он очень много дамаги вносит, у него мультиатаки, и здесь все на самом деле типа круто, бла-бла и все такое. Но что нужно, чтобы этот персонаж заработал? То есть на персонажа нужно закинуть баф защиты на вашего Франкенштейна, да? И при этом на врага закинуть раскол, желательно. И при этом он выдаст очень большую дамагу. А так как такого персонажа в данный момент нет, этого Франкенштейна почти никто и нигде не юзает. Иногда на ГВ там что-то тестируют, что-то прикалываются. То есть я пока в нем не вижу прикола. Его вроде бы еще там переделывали недавно, я не помню, что ему переделывали, честное слово. Мое мнение, пока склад не более... Так, страж эльфов света дается всем новичкам, но по факту бесполезен. Скармливать или нет, дело ваше. Многие его скармливают. А на этом видео мы будем останавливаться, так как это последняя тройка. И если вам понравилась данная тематика и жанр видео, то в следующем видео я сделаю обзор просмотра вот этих вот персонажей тьмы. Да, на темных персонажей сделаю обзор, чтобы было 2 отдельных видео, так как многие часто пишут, что у меня там 3-4 монстра света, либо тьмы, и можно будет посмотреть отдельное видео. Если вы считаете себя благодарным человеком и хотите поддержать меня и мое творчество, приходите на мой Twitch канал, вот ссылка есть буквально под веб-камерой, либо в описании. Оформляйте подписку, смотрите стримы, там я тоже делаю постоянные гайды, открываю свитки. И плюс в эту субботу буду комментировать, субботу либо воскресенье, не знаю в какой точно день, буду комментировать чемпионат вот этот, который пройдет, по-моему, во Франции. Если вам интересно мои комментарии, приходите на Twitch канал, стримлю каждый день, начало 19:00, МСК, заканчиваю где-то в полночь, приблизительно так. Плюс анонсы я делаю на YouTube канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте это видео своим друзьям и знакомым, приходите на мои стримы. Всем удачи, не скармливайте вот этих вот персонажей, если вы не знаете, что с ними делать, лучше на склад их закиньте, пускай поваляются, вдруг их апнут, как, допустим, змеи тьмы. Всем удачи в покорении башни, пока-пока.